Добрый день, дорогие друзья, с вами Тихонова Маргарита. Записываю вас очень коротенькое видео, как сделать заказ на сайте Фаберлик. У нас снова обновился сайт. Значит, в строке поиска пишем слово Фаберлик русскими буквами и выбираем сайт www.faberlic.com. Вот так он выглядит. В правом верхнем углу нажимаем кнопочку «Вход». Для новых покупателей здесь обязательно вводим не телефон, а вводим логин. Почему? Потому что у некоторых именно телефон еще не подтвержден, его нужно подтвердить будет, так как пришел еще код подтверждения телефона. Поэтому сюда вводим номер покупателя или логин. Я ввожу свой, у меня вот такой короткий, у вас будет длинный, семерочки начинается. Нажимаем на кнопку «Войти». Входим в ваш личный кабинет. Вот, пожалуйста, в правом верхнем углу оформить заказ. Заказ по артикулу. Все аналогично будет примерно так же в вашем телефоне. Кстати, можно зайти на сайт Фаберлик через браузер. Точно так же заходите, как в компьютере. Можно и через приложение. Кому как удобно. Вот. Итак, вот новый интерфейс. Заказ по артикулу. Сюда вводите, пожалуйста, любые артикулы товаров. Ну, я, например, введу, там, например, средства для чистки плиты духовок, например. Можно что угодно, друзья мои. Вот смотрите, вот здесь уход, здесь макияж, здесь парфюмерия, мода, товары для дома, здоровье. Все можно здесь вот заходить. Например, вот уход. И очень люблю я вот здесь вот акции. Посмотрите, вот если вы зайдете сюда, да, так, вот не добавлены в корзину. Видите, здесь еще вот такая фишечка, что... Сейчас. Вот видите, я зашла в акции. То есть все-все акции каталога здесь есть. Все парфюмы, все, что со скидками. Очень удобно выбирать. Вот, например, видите, вот такая акция. Любые два продукта Beauty Cafe. Вот я выбираю здесь, да, добавляю. Но здесь нужно два. Давайте посмотрим, что будет, если я один добавлю. Сейчас посмотрим, я вам покажу. Так, смотрите, видите, когда вы добавляете один, то он выделяется таким розовым фоном и написано «Доступные акции». Если вы сюда нажмете, то вам предложат что-то второе выбрать. Если вы выбираете вот второй какой-то, да, вот здесь сюда можно, смотрите, двинуть в сторону, выбрать еще что-то дальше. Видите, все вы выбираете. Выбрали второй, закрываем. Переходим в корзинку. А я не выбрала, получается, да? Так, секундочку. Так, давайте еще раз. Доступны акции. Давайте выберем вот этот. Угу. Закрываем. Странно, почему не выбирает? Так, секундочку. Доступны акции. Давайте это купим. Должно купить. А, вот видите, возникло, добавлено в корзину. Смотрите, добавилось второй, уже зеленый фон. Все, два продукта мы выбрали. И получается все хорошо. То есть, если вы пропустили какую-то акцию, вам программа обязательно напомнит, что розовым цветом, что вы что-то сделали не так, вам нужно добавить еще что-то. Дальше. Допустим, макияж. Вот легко очень искать, что вам нужно. Вот для губ у вас там средства какие-то, да, вы выбираете для губ, что-то вам нужно. Например, какие-то помады вам нужно. Вы смотрите, что у вас есть. Смотрите. То есть все, что со скидками, видите, оно, во-первых, отмечено, что это супер цена. Вот здесь вот, например, вот сюда, это матовая помада Satin Kiss из серии Glam Team, итальянская коллекция. Вот вы сюда заходите, еще у меня, видите, тут грузится потихонечку. Зависает, подвисает компьютер, подвисает сайт немножко. Так, вот вы заходите в карточку продукта. Во-первых, вы выбираете любой цвет, который вам нужен. Во-вторых, вот здесь вот есть описание, что это за помада, ее состав, характеристики. Ниже есть обязательно отзывы.
читайте отзывы. Вот это называется карточка заказа. Вы в нее заходите и можете прочитать все отзывы. Все, давайте, например, выберем цветочно-розовый. Мы ее выбрали. Вот такой цвет. И вот в правом нижнем углу купили. Все в корзиночку добавлено. Переходим в корзинку. Переходим в корзинку. Уже здесь у нас помада добавлена. Смотрите, внизу у нас сумма заказов. Пока у вас не будет 1000 рублей, это минимальный заказ, и 800 рублей, это наша цена минус 20% скидка, у вас здесь цены будут такие вот неправильные, так сказать, да? Так, вот здесь пункт выдачи вы можете выбрать, который. Вот новая точка доставки. Здесь, пожалуйста, вы печатаете город, в котором вы живете. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Какой-нибудь, например, Солнечногорск. Не знаю, даже есть такой или нет. Ну, вот, например, Московская область. Оказывается, есть. Вы можете из списка выбрать. Давайте посмотрим. Можете на карте выбрать. На карте, если это вы улицу укажете, где вы живете. Смотрите, вот там, где возможна примерка, это пункты выдачи. Там, где ПВЗ, это почта и так далее. Постаматы, видите, пикпоинты и так далее. Давайте посмотрим. Вот вы выбираете. Если вам нужна примерка, то есть вы хотите одежду или обувь заказать, что-то примерить, выбирайте тогда пункты выдачи. Если вам там простая продукция, которую не нужно будет возвращать, это вы, пожалуйста, можете постаматы и почты выбирать. Так, вот здесь вы, например, применять один раз или сохранить, сделать по умолчанию, это вы уже, пожалуйста, выбираете сами. Давайте вернемся, я вам покажу, как на карте. Если на карте, вот видите, здесь у нас будет карта, и вас просят ввести улицу. Ну, например, улица там, я не знаю, там Ленина, может быть, у них и нет такой улицы. Ну, у нас вот есть Красноярский, улица Ленина, и вы, например, какую-то там 25 выбираете, да? Вот, Ленина 25. Вот вы выбрали, и вам вот пункты выдачи высвечиваются, которые наиболее ближайшие к этой улице. И вы выбираете, вот видите, вот он список, и вы выбираете тот, который вот, вот так нажимаете «Выбрать», например, да? Вот здесь вы видите график работы, телефон для связи должен быть, по крайней мере, да, и вы выбираете. И сохраните, сделать по умолчанию. Все, закрываете, пункт выдачи вы выбрали. Вот здесь он у вас будет, новый пункт выдачи. Все, потом продолжить. Не забывайте заходить вот сюда, друзья, в персональные акции, потому что здесь купоны и карты, каталоги, там программы всевозможные. И просматривайте здесь. Вот особенно ваши бонусы за покупку. Это любые, вот здесь вот у вас, ну просто у меня маленький заказ я сделала не на 1000 рублей, нужно было бы добавлять обычно, да. Вот здесь будет у вас большой список бонусов. Бонусы — это те акции, когда вы, например, на каждые 499 рублей вам предлагают какие-то продукты. Вот, и здесь будет, давайте вот я сейчас что-нибудь я сейчас покажу, давайте я добавлю вам, допустим, чтобы 1000 рублей было. Я люблю добавлять средства для мытья посуды. Вот, например, возьмем, давайте 5 штук добавим, чтобы у нас эта 1000 была. И перемещаем в корзинку. Перемещаем в корзинку. Так, давайте посмотрим. 881 рубль. Так, давайте, наверное, еще парочку добавим. Так, еще один, значит. Сумма заказа 1000 рублей получилось, да? Теперь персональные акции с вами идем. И вот они, ваши бонусы за покупку. Видите, вот на каждые 499 рублей вот вам, например, дезинфицирующий гель для рук, сколько штук вам можно, 3 штуки выбрать отсюда. Вы, например, можете один выбрать, можете 3 выбрать, применить. Это такой дезинфицирующий гель для рук. Так, смотрите дальше. Шампунь Ботаника, суперобъемная тушь, жидкая подводка для глаз, мужские ароматы,
Вот, помада, тонизирующий гель-винотоник, эластичные колготки, пробник. Это вы все можете взять, пожалуйста, если вам это необходимо. Если ничего не нужно, вы все просмотрели, то просто переходите в корзину, вот взяли дезинфицирующий гель для рук и все. Продолжить. Нажимаете кнопочку. Все. Проверили, все посмотрели, все хорошо, все правильно. Вот оно здесь у вас все возникает. Цена вас вся устраивает. Все зелененькое, видите, не розовое. Все акции применены. И нажимаете утвердить заказ. Вот здесь. Все, заказ ваш утвержден, он высветился. Вы видите сумму заказа, которую вам нужно оплатить. Вы можете отредактировать заказ, вы можете удалить заказ. Вот, вы можете посмотреть, когда он придет, дата поступления, куда он придет. Да, вот он, подробнее ПВ, график работы, вот телефоны для связи с пунктом выдачи, чтобы можно было позвонить, уточнить. Так, вот здесь вот, если вы список товаров повернете эту птичку, то вот здесь все товары и все акции, которые применены, вы можете спокойненько прочитать и сделать. Например, вам нужно отредактировать заказ, то есть забыли вы что-то туда включить. Вы можете вот так нажать «Редактировать заказ», и вы снова вернетесь в этот заказ, и вы его снова можете редактировать. Вот опять вы видите в заказе, опять его можно редактировать. Все, всем доброго дня, надеюсь, было вам полезно, спасибо за внимание.